Ты объяснишь мне, что происходит? Это пугало. Он разработал газ, который лишает людей страха. Совсем нет страха? Клево! Мужчина на карнизе прошлой ночью. Клерк у меня в офисе. Представь себе весь город в таком состоянии. Я тебя понял. Эй! Значит, этот газ лишает тебя страха, а ты сам не надышался им? Да, но я могу держать себя в руках. Сомнительно.